Дорогие приморцы, Новый год – праздник семейный, домашний. Я очень рад, что встречаю его с вами в нашем родном Приморье. В минувшем году мы все хорошо потрудились, чтобы жизнь в нашем крае стала лучше. Нам удалось сдвинуть с мертвой точки многолетние проблемы края. 710 детей-сирот наконец получили жилье и встречают этот Новый год в своих квартирах. Новоселами стали 500 семей из числа обманутых дольщиков. И это только начало. Мы будем и дальше решать проблемы долгостроя. Организована системная материальная поддержка медработников, педагогов и многодетных семей. Почти 28 тысяч приморцев получили льготный статус «Дети войны». 4 отдаленных села в Пожарском районе теперь бесперебойно снабжаются электричеством. В рамках программы «Тысячи дворов» благоустроено 993 двора, установлено более 500 детских и спортивных площадок. Общее дело сплотило всех неравнодушных жителей края, показало, как важен личный вклад каждого. Я благодарен вам за деятельное участие, за доверие и поддержку. Уверен, создать комфортные условия для жизни – задача для нас выполнимая. Надо просто работать, не ожидая, что процветание придет откуда-то извне. И я желаю всем нам, чтобы Новый год стал годом свершений, новых достижений, личных побед. С Новым годом, друзья! Будьте счастливы!